Можно начинать запись. Так, пип-пип-котеечка. Ребятушки, вы не устали еще? Я и так смотрю, остались самые стойкие. Ну, еще там Дениска стрим начал, поэтому половина туда ушла. Сейчас за как-нибудь. Может, вам сиськи показать? Больше народу. Не, ну 18 плюс. Да шучу я, шучу. Что я, баклажан что ли? Не, ну баклажан, конечно. Ой, все зависло. Я всего лишь залез в настройки вебки. Отзовитесь, кто здесь еще есть. Я знал, с кем общаться. То я не зря тут сижу, чаек попиваю. Не забывайте ставить плюсики, кстати говоря. Комментировать. И это самое. Понимаете? Нет никого, нет никого. Ну ладно, тогда я молчу. Я тут узнал новость печальную. Сейчас, вот только что узнал печальную новость. Silent Hill не будет нового. Что за кар-симулятор? S5. Понятно. Silent Hill нового не будет. Кодзима ушел. И этот Playable Teaser скоро Silent Hill-овский удалят из PlayStation Store. Ядрит Мадрид, а? Печально. Печально. Ререстарт. Ты вышел. Ну как? Его на Silent Hill? Да ну! Нет! Воу-воу-воу-воу! Нео-стайл! Нео-стайл! Вообще сейчас будет. Дичайший просто. Видали? Я забыл, та комната не зачистил. Лови, парень, пистолет. Хотя там тебе повеселее будет, наверное. Че, не пистолет взял? Баклажан или как? Родной, успокойся. Успокойся. Не, ну впритык с револьвера любой может. А вы вот так попробуйте. А вот так. Чувак, извини, я не хотел. Вот хотел. Ладно, будем по-тихому. Че это он вышел? Мужики, че? Да ты зараза.
ну не щитово, так не щитово. Такой-то стрелок знатный, а. Очень нехорошо, что здесь дверь открыта. Откройте, пожалуйста. Дробовик пацанам выкинул, ну, чтобы им попроще было меня ловить. Ага-га-га-га! Фигулина тебе! Это что сейчас было? Это... Это что сейчас было? После такого дикого микро... Я от пушку пишу на Меги 32, а не до сна, так и засну мордой в клавиатуре. Я с тобой засну. Вторая часть сравнения с первой. Знаешь, все неплохо. Я согласен на усложнение миссий по поводу того, что их сделали карты больше, и иногда не видно, откуда в тебя стреляют. Мне она не нравится. Ну вот пока что. Пока что мы еще не допрошли, конечно же. Пока что мне не нравится... сюжет. Я теперь совсем ничего не понимаю. В первой части я еще мог что-то понять, в этой абсолютно непонимание сюжета. Какой Вьетнам? И чем Вьетнам? Какие, откуда, что за съемки какого-то фильма? What? О, лол, о, лол, о, боже, лол. Ну вот у меня единственная надежда, что что-нибудь в конце да прояснится, потому что сейчас я вообще ничего не понимаю. Да ну что ж ты так долго долбил его об асфальт, а? Ох ты же, ёжик, вот тебе надо было сейчас уйти, а? Ну раз надо, так надо. Ну и музыка в первой части мне больше нравилась. 3 патрона. 5 патронов. Реблерчик. Револьверчик пацану оставил. А, он пацан, дурачок. Пацану все-таки револьвер, да? Ну ладно, ладно, я тебе припомню. Ну, еще мне не нравится, что тут меня оружием все-таки заставляют пользоваться. Там больше стелса было в первой части.
Пацан все-таки не дурачок. Ах ты ж ёжик, как ты. Мяу. Братва, что случилось? О, господи! Маньяк освободился! Вот это да! Маньяки, довольно-таки много еще ребят со стволами. Парень со стволом, парень со стволом, подойди поближе, стрельни медленно, что? Интересно, что? Ах ты ж гад, а ну вот, ну же, видите? Видите, как бывает. Ай. 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 Я тут, понимаешь, стреляю по ним, а они встают. Ребят, вы что, не видели меня? Подбежали бы хоть, не знаю, разобрались в ситуации. Вот. Вон, как этот пацан, которого... Так, не торопимся, не торопимся. Размерен. Оп. Оп. Город Фреда. Мне даже такой голову не подходил. Давай, босс! Почему два раза он стреляет нормально, а потом перестает стрелять нормально? И даже ствол не выкидывает. Вот, надо видеть. Встань. Господа хорошие. Вот зараза. Еще ж патроны были, что за фигня? It's a long night. It's a very long Ой, а кто это бил? Ой, мамочки! Так, тихо, тихо, не запас, не закосячь сейчас, главное. Так, дроби проще попасть, как я понял.
Смотри. На шифте приходится бегать в основном. Тряж боли унижения в одном флаконе. Ну вообще на это и был упор, как бы, что мы проходим так, тряж боли унижения. Лол. Да. Чувак, я здесь. Иди ко мне. Нужно обниматься. Лопаться. Floor clear. Дадим дубиночку. О, ты что, издеваетесь? Чувак, мы ж не... Чайху ромашь кого? Вот тут и с дробовиками ездят. Успокойся, гипераллерген, или как тебя назвать, это не знаю. Да у них стволы. What the hell is this? Это жескач полный, просто жескач. Ну, зубная щетка не очень. Полный, просто жескач. Я не знаю, что мне делать. То есть ему пофигу на то, что я в него выстрелил. На это ему пофиг. На ствол тогда. Раз такой умный. Тут дверь закрыта, а я пытался туда еще прострелить. От дроби уворачиваться, да, действительно. Шикарно. Молодец. О, еще толстячки. В самом начале, почему бы нет? А ты не плох. Не, ну хорош, там кетчуп уже полился через верх. Да. Да, толстячок, тебя же
Ножом не зарезать, да. Ну вот я так и думал. Holy fucking crab! Это я сейчас сказал. Святой крабий. Да ты чё? Ну блин, ну давай нормально же играли. Чё ты? Ну шипит. Ну чувак. Маньячины. Еще меня маньячины называют. И ты. Тут не агрессивный. Толстячок. Блин, он бутылку эту разбивает. Как быть? Как же быть, что же делать? Не мое. Этот псих там стоит. Только 5 патронов, да? Вот этого ничем не ударить. К концу прохождения игры вы сами становитесь словно маньяк. Я говорю словно, потому что вполне вероятно, что это случится. Блин, отошел, подойди сюда. Два патрона и ноль оружия. Толстячок, вот. Тебя мне надо. Оп, попали в толстячка, вот это хорошо. Вачман. Не очень-то ты хорошо туда зашел, конечно. Да ну я же кинул в тебя оружие. Ну что это такое? Давай, иди сюда. Иди сюда. И ты, и ты. Кто-нибудь из вас, вот двоих. Хорошо. И вот, вот тот бы еще подошел, было бы вообще замечательно. Не ты. Спасибо. Против? Против, по-хорошему. Алло, алло, пацан. Так, действуем по строке, по старой, по нашей строке. Старой строке. Страта, 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 страта. Блин, бутылка разобьется, жалко. Ну,
кинул. А вот не знает, да? Просто классно. Какие-то акции всякие. Дверью сломал стекло. Ну и бритва. Тихо! Не бугуртим, не бугуртим, все хорошо, все хорошо. Че-то как-то управление странно работает. То ли я что-то не догоню. Попал, да. Ну ты чё, слепой, что ли? Спасибо! Да как ты попадаешь? Ну подойди сюда, ты чё, ты мои патроны тратишь? Вот! Ну ладно, это случается, такое бывает. Пусть полежит, пусть полежит. Это что за маньяк такой? Почему он сквозь стены бегает? Это вообще легально? Баклажаны слепые. О, добрел пацан. Начинается самое интересное. Куда бежать-то? Где у вас эскейп-то? Стены эскейпа, а стрелочки все серые. Готово! Мы эвакуируемся, поэтому проваливай отсюда! Ой, извини, я вас стрельнул. Это ничего, да, что я с пистолетом выбежал-то? Пострелять? 112 тысяч за то, что я 55 тысяч миллионов раз переиграл этот уровень. 37 минут целых сидел, тратил на него. Надеюсь, больше таких не будет сложных уровней. После этого, ну, больше особо нечего рассказывать. Если не секрет, куда ты отправился после побега? Думаю, что могу рассказать тебе. Я отправился на Гавайи. Поэтому мне не нужно, чтобы ты купил мне билет на самолет. Он для меня, для моей матери. Я очень за нее переживаю, она не может сама о себе позаботиться. Я надеюсь, что ты поможешь ей добраться туда. Я понимаю, мне нужно проверить свой банковский счет. Так или иначе, я деньги достану, хорошо? Ты их заслужил. Я думаю, ты не понимаешь, насколько сильно ты помог. Банковский счет. Дорогой Эван, я от тебя уже давно не получала вестей. Я скучаю по тебе. Дети тоже скучают.
Думаю, что мы еще можем все исправить. Но я не могу жить с человеком, который ставит работу превыше семьи. Я все еще люблю тебя, ты это знаешь. Надеюсь, ты тоже меня любишь. Пожалуйста, позвони мне, когда прочтешь это, Эрн. Ну, сейчас я попробую. Алло, Шерон? Я не могу звонить. А вот могу. Там машинка печатная. И что, якт? Катастрофа. Хотели видеть меня, босс? Да! У нас есть дела сегодня вечером. Какие дела? Знаешь, стриптиз-клуб на 77-й? Он открывается завтра. И? Колумбийцы, они владеют этим местом. У них будет вечеринка по поводу открытия сегодня вечером, только VIP-гости. Как вы узнали? А как ты думаешь, они меня пригласили? Возьми пушки, мы устроим им убойное веселье. Вы хотите начать войну с колумбийцами? Это точно хорошая идея, у них гораздо больше людей, чем у нас. Когда умер мой отец, они пришли и забрали нашу территорию. Наш бизнес. Думаешь, я просто так это оставлю? Сейчас подходящее время. Более подходящего времени не будет. Пока мы ждем, они продолжают экспансию. Так кто здесь босс, ты или я? Есть еще возражения? Вы босс. Я сделаю все, что вы мне прикажете. Отлично, идем. Ой, я за этого пацана теперь... Не могу этого ударить. Не могу ничего взять. Ну пошли с колумбийцами разбираться, окей. Двадцать первая сцена. Сижу. Roll Dodge. То же самое, Roll Dodge, что и у той маски. Блин, они могли бы все-таки поинтереснее что-нибудь придумать. А, зато самурайский меч. Знакомая туса, ёптян. Я же вроде как за советского чувачмана играю. Откуда у меня самурайский меч? Черт, победили. Или я что-то не понимаю. Я вот так. Ой, там стекло. Ты не увидел. Сорян. Сорян, не увидел. Спрятался. И немного косой. Чувак, иди сюда, я косой. Не боись, иди. Чувак. Нет, с музыкой они тут, конечно. Мне кажется, не очень удачная музыка, да? В первой части как-то покруче было. Три кирпича на грудь меня чуть перебил под выстрелами пушек. Все, что пицца не хотела, где мой самурайский меч? Амурай десу. Ёж. Смотрёшь. Косточку вспорим, брюк. Да, это очень плохо. Как же быть теперь толстячком? Прозрачная комната, это хорошо. Я тебя отсюда.
Идите отсюда, я вас сюда не звал. Говорю, не звал. Хорошо. А? Неплохое начало, не правда ли? Ой. Лол. Верните пистолет. А у вас музыку заело. Да ну что ж такое-то, а? Толь багулины, толь... Так... так должно быть. Почему я еще выхожу через раз как-то в эти двери? Забавно, он тут, кстати, стоит. Очень интересно, как мне это проходить. Глушителем? Без глушителя, по-моему. Сколько у вас осталось-то тут? Лол, ну ты чё? Ну зачем? Ну всё... Зачем это было делать? Ну чё это? Хорошо, что так играли. Никуда не попадали. Morphiness is now following me. Hello, Morphine. Hello. Welcome to our Shroom Adventure time. You listening? You listening? Да я что-то напугался. Ню-ню-ню-ню. Блин, застрял. Так, здесь надо все-таки побыстрее малишку. Так. Оп, берем стволецкий. Ждем лысика. Стреляем в лысика. Потом стреляем по всем, кто нам не нравится. Хорошо, поэтому не стреляем. Поэтому стреляем. Поэтому стреляем. А вот этому стреляем. Так, так. Потом выбегаем. Вот так, хоп-хоп. Чек-чек. Получаем в лицо и подыхаем. Отличный план. Отличный план. Ну вот здесь надо на скорости. Вот в самом начале вот на скорости надо. На скорости, иначе никак. 55 попыток серого. Это нормально. Бейсбол. Берем стволецкий. Стреляем. Поплохело пацану. Начинаем ненавидеть темные уровни. И все по плану идет. Игруха огонь. Только пукан горит. Блин, опять я пистолет выкинул. Огонь-то на, конечно, огонь. Но подгорает знатно.
Вот из-за таких моментов, потому что он меня сейчас вообще спокойно мог убить. Бесшумное оружие. Вот это бесшумное. У этого парня бесшумное оружие. Так, кто нам может помешать? Вот тот парень. Поэтому быстро. Хоч! Ну, мне кажется, это не особо бесшумно. Опа, пес. Пес нам здесь не нужен. Опа. Вы сейчас стрельнешь. Быстрее. Эй! Морфинс! Ну, можно пробежать, попробовать вот так. Но это не получится. А, ну как правильно, что? Ой, да кто? Дробец. Итёк. Есть. И все окрасилось в кроваво-красненькие. А потому что это все, не знаю почему. Вот. Ну так тоже неплохо. Никто не увидел. Отработанная годами система. Ой. Да откуда вы беретесь? Побегу вас резать всех. Блин, страту поменял, а теперь как-то боязно. Так, ждем. Крючок. Не добежал. Пиу-пиу. Да, хардкор, во все поля хардкор. Надеюсь, хоть кого-нибудь попал. Где, кстати, моя катана? Катану отдаем. О, на собаку лучше не ходить без оружия. Ты не слыхал? Иу. А блин, ну ладно, давайте мачету. Вот это вот сейчас было внезапно, мягко говоря. Ну и как-нибудь. Понял, не дурак. Не, ну чуть-чуть-то дурак, конечно. Немножко можно. Пожалуйста, один. Последний. Надеюсь. Катану посеял, вот он. А куда мне? Есть еще есть. Вижу. Ну это я, конечно, молодец. Катаной нашел, куда зайти. Мышка, ты че? Балуешь-то? Лол. Надо же было в такой ответственный момент. Хорошо, хоть прошел, конечно. Я катану забыл. Нормально вышел. Ой, кастетик дали. Ну что вы даете? Хорошо, мы разыграли этих мерзавцев. В смысле, хорошо, мы разыграли этих мерзавцев.
Да? Надо отпраздновать, как думаешь? Не знаю, босс. Ты знаешь, что это, блин, значит? Наверное, я отправлюсь домой. Увидимся с вами завтра, ладно? Почему это? У тебя все нужное здесь, разве нет? Мне нужно домой к своей девушке. Сегодня был длинный день. Девчонка тебя крепко захомутала, да? Чё-то у меня уже рот заплетается вместе с языком. Но, коль марафон обещали, будет вам марафон. В принципе, я думаю, тут немного осталось. Знаешь, мечтающему мужчине не нужно полагаться на женщин. Тебе не нужны. Пацан с СК2 ТВ явно. Ну, босс это ты. В тот момент, когда ты начинаешь зависеть от кого угодно, тебе крышка. Кроме того, твоя девушка слишком хороша для тебя. Однажды она поразреет, вот увидишь. Ну, это не мое дело, иди домой, если хочешь. Ладно, до завтра. Прежде чем ты уйдешь, я кое-что тебе оставил на столе, за дверью. Купи своей девушке что-нибудь красивое, ладно? Спасибо, босс. Thanks, boss. Баблински. А, черт, это же не моя машина. Декабря 91-го. Ладно, ребята, настал час. Сегодня мы разбогатеем, мы сможем делать все, что захотим. У колумбийцев не останется ничего, они привыкнут бояться нас. Тост за нашу новую жизнь, за королей улиц. Ей. Let's go. Сейчас только надо потренироваться, пацаны. Сейчас. Я потренируюсь и пойдем. Сейчас. Ну ладно, все, пошли. Как они прошли сквозь стену, простите? Все-таки, не знаю, странная какая-то игра. Ну, как Blood Money. Blood Money. Такие противоречивые чувства. Ой-ой-ой-ой-ой. А, не, нормально идем. Банк, типа, да. The bank, hello bank, hello guys, все с оружием, guys, nice to meet you, sir, hello, hello, hello guys, nice to meet you, hello, hello very much, hello very well, hello, hello, I'm sorry, I'm stupid Russian muchacho, hello guys, hello, hello, Mr. Security, hello, give me that. Вы серьезно? Я не хочу так. Я без оружия пойду. Я хороший. Блин. Ой. Let's go, let's go. Да это... Издевательство. Это форменное издевательство над человеческой сущностью. Ну как это по-другому называть? Просто ашот ваншот сейчас будет. Все, я беру свои слова назад по поводу открытых уровней, что это вроде как прикольненько. Но я, черт побери, не вижу вообще, что происходит. Вообще не вижу. Захотел покрасивший сделать. Что-то прикольно получилось. Чё.
Окей, господи. Окей, господи, эти сейчас не согнулись. Меня мизинец болит уже shift прожимать. Не, ну серьезно. Да вы, блин, издеваетесь. Вот так марафон, так марафон. А я дрыцки-цыцки. Что ж делать? Пиу. Нормально? Нормально. Пиу. Пиу. Там еще в той стороне пацаны ходят. Ой, лол! Ой, лол! Я же сфокусировался на том чуваке. Ой, лол! Ой, лол! Ой, лолец! Не надо, не надо. Да ну вас в баню. Да ну вас в баню. Чё, мы с Тамарой сходим парой. Всем там с ума сошли. Как вот я должен их видеть? Сумасшедшие, что ли? Thank you all, thank you all, thank you all, yeah, yeah. Kill me one more time. Yay. Yatch. Kill me, baby, one more time. Oh, baby, baby. Pew. Ну, зончик, конечно, хороший, но идея грабить банк мне не нравится. А, ну ты взял и отвернулся, правильно, зачем? Не удивлюсь, если из-под тишка кто-нибудь стрельнет так внезапненько. Ну ладно, моя ошибка, согласен. Банки жрать, да не умею. Да возьми ты. Ну наконец-то. Что ты делаешь? Кого ты стреляешь? Мы еще и банк мафии грабим. Гениально.
кого? Стрелять не умеет. Да подвинься. Гений. Просто гений. Воу-воу-воу. Мне страшно. Не хочу проходить заново. Потом. Когда-нибудь, если вдруг приспичит. Сэкономил патронов. Вот это да. Вот это да. Подождите, а что у меня? Гейм отвалился, что ли, чат? А почему мы... А где... Ну да, good game, Атоль. Перепека. Сейчас привалим good game обратно. Пик хоть. Давай, доброй ночи, Перхолд. Алло, бебе, добраться туда. Мне чуть-чуть осталось просто. Что-то у меня. Далеко так ходит. А? Ой. Как бы он в меня еще не попал. Этот помощник. Ох, ёлки-палки, вы чё? Это просто дождь! Неплохо запулил. Вот, готово! Теперь все двери должны открыться. Какие все двери? Мы не можем вот эти деньги взять и уехать на этой машине. Нам мало, да? Да, приятного стрима, это бы помогло.
Ой, тут стреляет. Ой, тут стреляет. Тут стреляет! Пацаны! Стреляет кто-то? Не бойся. Вот это да! Вот это новости. Собрались, сосредоточились. Вроде же с глушителем. Это пушка без глушителя, что ли? Или когда начинаешь палить просто во все стороны, она не особо глушитель работает. Везучий парень. Что ж дверь-то не сработала сейчас? Берем на мушку пухлишка, пухлишка, пухлишка. Снайперы. Что тут у нас? Блин, ну не видно же, вы чё? Серьезно, ну, блин. Разработчики. Отец? Что ты здесь делаешь? Я не здесь, ты это знаешь. Да, я знаю. Тогда почему ты здесь? Я не знаю. Я хочу, чтобы ты мной гордился. Эти вещи не имеют значения. Я вижу, что ты не изменился. Ты совсем как я. Не поймешь, пока не станет слишком поздно. Твой отец прав. Ты не понимаешь, да? Хотя это уже не важно. В конечном счете это все не важно. И ты с этим ничего не можешь поделать. Или можешь? Ну, отец, он уже сказал тебе, его здесь больше нет. Вообще-то и тебя тоже. Что? Я не понимаю вообще, что происходит в этой игре. В первой части все-таки, по-моему, проще сюжетом было. Что тут у нас, Джонсон? Похоже, преступник здесь опять побывал. Над этим серьезно поработали. Он оставил новую записку. Вы должны их остановить, и я не хочу больше губить невинные души.
Кто бы это ни сделал, он совершенно спятил. Оконченный псих. Кажется, в городе их полно. Он оставил какие-нибудь улики? Шеф меня с потрохами съест из-за шума, который поднимут журналисты. Пустая гильза и парочка отпечатков. Будет трудно понять, принадлежат ли они жертве, учитывая состояние трупа. Возможно, после тщательного осмотра мы найдем что-нибудь еще. Ну, надеюсь, вы что-нибудь найдете, я не хочу вас подгонять. Но от этого зависит моя работа. Мы сделаем все возможное, сэр. Ладно, я не думаю, что буду здесь полезен. Я вымотался. Отправляюсь домой немного поспать, завтра расскажете, что случилось, что удалось найти. Сделаем, сэр. Ядрить. Там его кишки вообще везде. Мар какой. Сейчас как телефон зазвонит. Я потренировались, хватит спать уже. Не могу найти ее! Кого ее? Да что, блин, здесь творится? Двадцать третья сцена. Кот. Ашил или пойман? Сон, наверное. Сейчас у нас. А ты ищешь? Что ты здесь делаешь? Это место преступления. Ну, знаешь, как говорят. Убийца всегда возвращается на место преступления. Я думаю, в этом есть доля правды, верно? Точно. Кто ты? Ты не узнаешь меня? Мы родственники, по крови. Разве нет? Можешь считать меня своим сыном. В конце концов, ты меня создал. Отдай мне пушку, идиот! Хочешь ее, да? А может, лучше обнимемся? Отстань. Да что здесь происходит? Вот ты где. Запривай. Следующая сцена готова. Заходим. Детектив Пардо. Вы позор полиции. Такого я еще никогда не слышал. Я бы никогда не стал помогать человеку вроде вас. Но поскольку вы офицер полиции, я дам вам выбор. Сдайтесь и сознайтесь в своих преступлениях. Может быть, вам окажется снисхождение. В противном случае, снаружи несколько офицеров ждут, чтобы арестовать вас. Сэр, я не понимаю, о чем вы говорите. Что, как вы думаете, я сделал? Думаю, у меня против тебя тут куча улик. Баллистическая экспертиза, отпечатки пальцев, показания свидетелей. Кто бы мог подумать, что майамским мясником окажется офицер полиции. Меня тебя тошнит! Теперь дай значок, я вызову офицера, который запишет твое признание. Сэр, это должна быть какая-то ошибка. Вот ты меня подставил, я докажу это вам, если вы просто отпустите меня, хорошо? Никуда не пойдешь ты, Пардо. Не усложняй и без того сложную ситуацию. Извините, сэр, вам придется брать меня силой. Что за фигня здесь творится? Что вообще происходит?
Я не понимаю. Я просто-напросто ничего не понимаю. Вот буквально. Вообще ничего. Absolutely nothing. А, ну да. Прежде чем убить собаку, мне нужно взять фигулину. Чтобы взять фигулину, мне нужно чего-то дождаться. Полицейский. Но потом меня грызет собака. Окей. Следующее. Чтобы взять... Понятно. Понятно. Понял. Чувак, я тут бегаю. Алло. Дальше что? Меня выстрелит вот тот чувак, этот чувак, там... Что за ядрицкий мадридский тут происходит вообще? Толстячка, конечно же, никак не избить. Потому что он толстячок. Теперь он еще и здесь ходит. И меня никто не замечает. Тань, ну что тут, ну как? Вы серьезно считаете, что это смешно, разработчики? Вы наркоманы? Не, ну... Отстой! Спасибо. Прикажете делать? Понял, надо как-то будет сагрить их. Как-то сагрить тех, кто с ружьями. Замечательно. Еще и не попал. Класс! А, шикарно! Нагрел всех! Воу-воу-воу-воу! Я не вижу! Это насколько нужно быть маньяком каким-то, чтобы пройти это все на А с плюсом? Гоу, а я не хочу гоу, я вот сюда хочу, например. Дайте мне дробовичок тогда. Раз по-другому здесь никак вообще не играется. О, электрошокер.
был. У меня в руках. Так. Думаем. Уходим, стреляем в никуда. Еще в никуда. Ой, тут же стекла везде. Лол. Ладно, надо посмотреть. Пью. Гриб поломался. Кажись, его не спасти. Это просто шикарно. Там еще куча всех, вообще куча всех. И прятаться негде. Я еще не понимаю, как он стреляет. Почему? Мужики, зайдите в комнату. Через стекла сейчас начнут обмен выстрелами, нормально. Ты чё в него не попадаешь-то? Чё дальше? Вы знаете, как миссия с поликлиникой, которая тоже была, ну, жесть какой жестокой. Вот, пожалуйста. О, ну отлично. Тупые, слепые. Ну пробел же ж ты, дурак-то ты такой! Замечательно. Тра-та-татушки, тра-та-тательно. Ой, сейчас меня через стекло прострелят.
Просто кошмар какой-то. Просто ужас. Кошмар, ужас просто какой-то. Чё все уснули? Не совсем грустно. Чё тут непонятно? Руки за голову, лечь на землю, быстро! Стреляйте, детектив, вот мой значок. Я сказал, лечь на землю, последнее предупреждение! Опустите, я полезу. Да, алло. Говорит Парда. Ты нужен. Подойди в участок срочно, серьезная ситуация. Ух, я себя неважно чувствую сегодня, мне придется взять выходной. Сейчас действительно не время. Я совсем перестал улавливать суть. Это не участок же, это мафиозный дом. Эй, ты! Я пришел к твоему боссу. Вызови-ка его. Вам не назначено. Кроме того, босса нет. Да ну, а его машина стоит на улице. У босса много машин. Кто-нибудь еще? Дурака включил, да? Я скоро вернусь, передай ему, ладно? Время пришло, ребята! Завтра мы снова будем в большой лиге! Просто помните о плане и не опаздывайте, иначе нам крышка! Давай, Битрезен, Сережка, пока-пока, любви, добра, тепла. До скорых встреч. Ладно, я пошел, пожелайте мне удачи, ребята. А. Человек или не человек какой-то? И тут мы тоже. Вот 24-я сцена, предпоследняя. А потом бонус уровень. Я пальцы разминал. Healing punches no weapon. Ну то же самое. Firepower. Тьфу, ёлки, не хочу с Firepower. Ох, ёлки. О, можно сейчас как в трейлере вот так. Ну, почти. Здорово, моба тактикс. Не, ну почти как в трейлере. Отстань!
А, тут еще и стекло. Стекло. Все, я скажу с ума. Ребята! Приключение час! Уже давно три земли! Чекаться! Информишка! Влад! Я иди к нам! Да вы с ума сошли! Да вы серьезно с ума сошли? Ой-ой-ой. Кончились. За мной что ли бежишь? Глупышка! Парень с катаной. Давайте, ребята, сейчас я сдапись заодно переостановлю. Перерыв.